Всем привет, ребята, с вами я, Лёва. И вот я вышел на улицу, и сейчас пойду набирать листья одуванчика. Как вы помните, у меня есть дома улитки-ампуляры, это аквариумные улитки. Также у меня есть шипящие тараканы тропические. Так что мы сегодня покажем, чем кормить и как собрать корм для них. Как вы видите, прошел дождь, птички поют. И как вы видите, куча одуванчиков. Вот это идеальный корм для аквариумных улиток. Вот это все идеальный корм. Я беру ножнички, беру пакет, пока пакет убираю в карман. Берем большие ножнички, ножницы, можно сказать. И давайте резать. Оп. Осталось только их порезать. Вот так мы это будем делать. Вот так. Давайте вот так. Вот так. Итак, а теперь просто подбираем наши уже свеженькие, готовенькие листики. И все. Вот идеальный корм для ваших аквариумных улиток, сомиков. Ну, если улиток можно прям в городе набрать, то для сомиков, я думаю, они могут чем-то заболеть. Если уличную траву для них набрать. Я считаю, что ничего не будет. Все равно тут, несмотря на то, что дорога не очень далеко, стараюсь набирать самые вот похожие на одуванчик листья. Фу, они какие-то... Фу, просто мне немного противно собирать. Я не знаю, кто на них ходил в туалет, кто на них вообще ползал. Фу, господи. Мне их противно собирать. Давайте... Давайте их уберу в пакет. Самое главное, это ножницы не потерять. Вот ножницы. Ай! Пакет, ты куда полетел? Я чуть не потерял пакет, в котором мы должны собирать наши листики. Ой, они начали падать на асфальт. Неудобно, кстати, держать телефон. Телефонный аппарат. И вот так вот. И снимать одновременно, потому что знаете, как это тяжело. Итак, уберем сначала пакетик в карман. Уберем пакет в карман. И идем дальше. Вот, смотрите, сколько тут одуванчика. Давайте пойдем сюда. Как вы видите, это сейчас тут так прям красиво, благоухающе. Скоро здесь все это просто вымрет из-за жары. У нас в прошлом году все из-за жары, все растения вымерли. Была пустыня вообще, в Самаре была пустыня, вы представляете? Тут просто пустыня была, все вымерло из-за жары. Никаких растений вообще не было. Ну, была такая мелкая сорная трава. А сейчас можно так немного пособирать одуванчик. А, вот это не... Вот давайте, короче, их вот так резать. Вот один листочек взял. Давайте их вот будем сюда нести ножницами. Давайте, оп. Доримен. Давайте их собирать. Ну, слушайте, тяжело ножницами, как пинцетом пользоваться. Ай, блин, все, снесло наш листик. Что делать? Ветер такой. Что делать, вот подскажите. Надо как-то их собрать. Вот столько у нас уже зелени. На этом, естественно, мало. Я беру с запасом, так что я не могу одновременно снимать и вот так вот кромсать эти листики. Короче, давайте я сейчас накромсаю этих листьев и завершу съемку. Потому что я не могу одновременно снимать и собирать эти листья. Вот так вот у нас это выглядит. Вот я тут собираю, вот площадка, тоже можно собирать. Ну, тут животные в туалет ходят, песок вообще весь загажен полностью. Вот, короче, вот так все выглядит. Всем пока, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.